Итак, всем привет, дорогие друзья! Помните, мы с вами как-то делали, была такая задумка на канале, игры по фильмам, игры по мультфильмам. Так вот, ребят, сегодня мы с вами посмотрим на одну игру. Будет такое долгое видео, наверное, где-то на час, может быть, даже на полтора. Будет только такой смотр первый. Ребят, сегодня у нас с вами игра «Форсаж. Схватка» по мотивам фильма «Форсаж 6». И давайте посмотрим, что нас тут сегодня ждет интересненького. Посмотрим, что за вообще игра. Давайте начнем, ребят. Я убрал звук, потому что... Музыку, точнее, я убрал, потому что здесь какая-то странная музыка. Возможно, есть авторские права, YouTube будет ругаться и все такое. Но, скорее всего, я добавлю потом уже в редакторе музыку какую-нибудь такую, знаете, чтобы хоть что-то играло на фоне. Потому что гонки без музыки — это, конечно, такое себе. Ну что, поехали, ребят. Быстрый и яростный. Посмотрим. Да, ребят, у нас Москва. Насколько вы помните, если вы смотрели шестой «Форсаж», там тоже у нас была Москва, все такое. Москва, часть первая. Московская прелюдия. Уровень первый, ноль опыта. Окей, погнали. Погнали, смотрим. Так, нам здесь дают выбор, да? Летти или Шоу? Летти — это, по-моему, сестра Вина Дросселя, или же Вина Дизеля. В принципе, машины одинаковые. Это перевертыш. Кто смотрел «Форсаж», тот, я думаю, помнит, тот знает, что это такое. Так, ну что, давайте, наверное, выберем Летти. Почему бы и нет? Поиграем за нее. Это был, по-моему, главный злодей, насколько я помню. Да, машины совсем не отличаются друг от друга. Абсолютно не одинаковые. Ладно, поехали, ребят. И да, ребят, если вам понравится такой формат на канале, игры по фильмам, также пишите в комментарии, оставляйте ваши комментарии и ставьте большие пальцы вверх. Вам не сложно, а мне приятно. Здоровье тут даже имеется у машины. Сила, скорость, ускорение. Давайте выберем уже Летти. И посмотрим. Тут даже есть ролики, ребят. Я извиняюсь. Что это, по-вашему, вы делаете? Ралли Хикс, у меня приказ встретиться с агентом Хоббсом в течение 24 часов. О, тогда я ваш связной. Я Моника Фуэнтес. Не знаю, может быть, звучит знакомо. Жаль, что приходится вот так вот. Ага. Но я должна, наверное, да? Я поняла, в следующий раз потрудись. Что с переводами, понять не могу. Давайте просто посмотрим, наверное. Привод какой-то, конечно, сломанный. И знакомые все лица. Знакомые все лица. Что за жизнь начинается? Тупо, ребят, летают машины. Что это такое вообще? Что за дичь начинается? Я понять не могу. Что это такое? Да, вот. Шоу, главный злодей. Оуэн Шоу, former Spec Ops, was a major in the SAS and ran the UK's mobility division. I was on an op with them in Cairo. They play for keeps. Погнали. Шоу 33 года. Конвой движется по моей команде, но не тормози. Они должны знать, что мы идем. Это часть тактики. Что если они не отклонятся от курса? Это не вариант. Мы поняли друг друга. Я этим займусь. Едь по встречной, если копы появятся, покажи им небо. О, да. Так, ну что, ребят, погнали. Погнали. Да, мы с вами играем за Йети. Летти. В фильме, я помню, перевертыш... Да, вот так это дело работает. Офигеть, начинается, ребят, в канале. Так, активировать, ага, азотик, все дела. Не, машины просто тупо подлетают. Ну, конечно, для тех времен, когда вышел «Форсаж» шестой, да, как-то, видимо, хотели хайпануть на этом, но...
игрушка, я уже вижу то, что, ну, такое себе, да, такой себе второсортный продукт, но все же. Мы вроде как находимся в Москве, насколько я понимаю. Что-то мне нужно, я пока не знаю. Ну, ладно, поехали, поехали. Так, чтобы смотреть по сторонам. Окей, назад, все понял. Ладно, погнали, ребят. У нас будет сегодня такой смотр. Посмотрим на игрушку, что она вообще из себя представляет. А дальше посмотрим, как пойдет. Пока все тихо, спокойно, машины разлетаются налево и направо. Разрушаемость, в принципе, неплохая для такой игры. Хорошо. Зарабатывайте очки, выполняя эффективные трюки. Используйте эти очки для активации нитро, я так понял, да? Копы справа. Ага, смотри, появились. Спейс, активировать слипер. Что за слипер? Ух, нифига себе, смотри, как полетел. Просто улетел куда-то в реку. Офигеть. Так, ну, вот эта вот штука, когда машины подлетают, это прикольно смотрится, забавно. Довольно-таки угарно. Давай. Ну что там, копы? Ага, вот вы где. Ёб твою мать, что там вообще происходит? Вот так вот копы у нас просто-напросто, смотрите, улетают. Это прикольно. Так, ну пока нитро я использовать не буду, пока просто будем ехать спокойненько. Пока просто будем гнать. Что за флиппер? Может, замедление времени? Вроде бы нет. Смотри, что-то происходит. Что-то работает, но непонятно, машина просто, блин, это капец. Физики здесь, конечно же, нету. Так, восполняйте здоровье. Да, у меня здоровье, смотрите, в правом нижнем углу. Ух ты. Они еще стреляют, фига себе. Пошел в жопу. Нейтрализован, хорош. Минус один, прекрасно. Окей. Так, флиппер активирую. И можно сейчас ускоряшку сделать. Почему бы нет? Пошли в жопу копы. Какого хрена? Почему вы вообще стреляете в меня? Я понять не могу. Я ничего такого, по сути, не сделал. Не какой-то я там убийца. Просто у меня шикарные машины. Просто катаюсь по Москве. Что в этом такого, я понять не могу. Продолжение следует. Окей. Вот так выглядит Москва. Низкополигональная. Хорошо. Вроде как проходим дальше. А опыт в миссии 25 тысяч. Уровень первый. Неплохо, неплохо. Для начала, я думаю, вполне, вполне себе. Перевернуто 75 машин. Избегать аварий. А, это у нас, видимо, какие-то цели, да, здесь? Добавляйте моды через меню модов, выбор машины. Хорошо. Хорошо. Так, игровой сервис, сервер, форсаж, схватка недоступен. Результаты не будут внесены в таблицы лидеров. Попробуйте куда, это вообще не важно. Погнали дальше. Какой-никакой, но сюжет здесь имеется. I like Hob style. Going old school with the folders. Paper files can't be hacked. The suits are morons. I'm here for Shazkru, not Toretto's. Not necessarily. They were just another assignment before Rio. But after that, we put them in a whole new category. Знакомый молодой человек, да? You ready, B? Как готовность, Би? Можно идти, следуй за мной. А, вот это уже, по-моему, из пятой части было взято. Педаль в пол. Пол Уокер, все дела. Миссия с сейфом, ребят. Я думаю, вы помните, да? По-моему, она была в пятой части. Блин, круто. Прикольно, необычно. Так. Смена камеры, не, лучше, лучше как-то вот так вот будет. Ой, как здесь, конечно, трудно поворачивать. Сейф просто за нами несется, блин. Капец. Но машины и так, смотрите, разлетаются неплохо. Даже без этих разрушителей. А, нет, смотрите, все-таки не так. Лучше все-таки их обижать. Так, ладно. Аккуратненько. Аккуратненько, тихо, спокойно. Почему-то здесь не показываются миссии, что нам нужно сделать. Видимо, просто ехать вперед и просто гнать, короче говоря. Так, где-то. О, сейф, да, сейф за нами. И копы тоже за нами уже едут.
циклопы тоже за нами. Деревья ломаются, и все хорошо. Нужно дрифтовать. Я нажимаю на Space. Переживите погоню. Окей. Нажимаю на Space, но он просто оттормаживается. Это не круто. Надо заходить. Тихо. Аккуратно. Странный коп, а. Надо обходить это все дело в дрифте, так сказать. Вот, сейф просто все рушит на своем пути. Так, тихо. Копы сзади. Всего лишь одна машина, ничего страшного, я думаю. Да куда вы все лезете, а? Давай, чувак. А с кем мы едем? Я не понял. Там, по-моему, не Вин Дроссель, тот другой, по-моему. Не знаю даже. По-моему, был какой-то темнокожий молодой человек. Так. Ну, пока ускоряшку... Не знаю, есть ли смысл в этом? Во-во-во, смотрите, вот это было хорошо. Это был хороший дрифт. Так, может немножко... Давайте немножко камеру тогда сменим. Ну, так, конечно, не очень. Так, ну и так тоже такое себе, конечно. Давайте вот так пусть будет. Вот так, хорошая камера. А, нет! Полокер у нас едет рядышком. Здесь у нас... Я не помню, как его зовут, но это не Вин Дроссель, ребят. Это... Другой чувак. Я забыл, как его зовут. Фильм... Нифига, смотри. Бодается, блин. Бодается, падла. Тихо. Главное это дерьмо пережить. Не знаю, сколько нам ехать, но надо это дерьмо как-то нам пережить. Мелкий что-то там недоносок или что он там сказал, я так и не понял. Ладно. В общем, везем сей... Да какие, смотрите, здесь копы. Прессовучие. Так, а вот здесь по прямой, я думаю, можно ускориться. Во! Блин, тихо. Вот это было опасно, конечно, я чуть не перевернулся. Так, что там у нас происходит вообще? Сейф на месте. Все хорошо. Ёб твою мать. Блин, а сколько ехать здесь? Я не понимаю, ребят. Я не знаю, сколько здесь ехать. Камера довольно-таки близко, кстати. Ну, пойдет. Давай. Да хорош. Таранит меня. Ты посмотри на него. А, смотри. Видите, в левом нижнем углу можно поменять. Смотрите, можно поменять... персонажа, это прикольно. Здесь у нас уже Полокер, тот самый, да. И тут я уже его узнаю. Это хорошо. Так, а... Да, мы просто едем в ровню, только почему-то... А хотя у нас у обоих машины покоцаны. Ёб твою мать, капец, вот видели, что это было? Охренеть. Вот это да. Ладно, погнали дальше. Так, у нас с вами, ребят, второй уровень. Третий даже мы с вами набрали. Прекрасно. Прекрасно. А да, ребят, если вдруг видео резко закончится, это значит, что игра вылетела, и на этом обзор, в принципе, у нас закончен. В принципе, на игру немножечко мы с вами глянули, и если игра вылетит, ну, ничего страшного, я думаю. Ничего страшного в этом не будет. Так, ладненько, идем дальше. Продолжить? Конечно же. И смотрим. Hey. When you were with U.S. Customs in Miami, did you guys run O'Connor on the Carter Verone case? Yes. After that, the FBI hired him for undercover cases. Of course, it wasn't long before Brian got a friend with street cred to run one with him. Лос-Анджелес. Хорошо. Ух ты. Тут у нас полноценная гонка. Couldn't help myself. A run for old time's sake. First to a fit. Then you got me racing in L.A. Just think of it as Miami on a bigger dance floor. The small is making you crazy, man. Just drive it like... Почему Полокер стырил тачку Вина Дизеля, я не понимаю. Это странно. Ладно, погнали. Вроде гонка началась. Так, нам что, нужно первым прийти? Здесь у нас целых три круга, ребят. Что-то машина как-то довольно-таки плохо управляется. Так, вид сверху. Давайте вид сверху, так немножко поудобнее, конечно. Блин, почему она такая медленная? Я думал, она вваливает нехило так. Кстати, смотрите, у врагов тоже есть жизни. И я могу, кстати, переключать тоже наших героев. А, нет, не могу. Ребят, сейчас не могу почему-то. Участвуем в соло, так сказать, едем. Капец ее заносит. Офигеть. Че так жестко-то? Пошел в жопу. Блин, она... Эта тупая дура меня тормозит. Что с тобой не так? Какого хрена? Это был первый круг? Или нет?
Блин, ребят, мы в дерьме. Я на 8-м месте. Так, там пацаны врезаются. Хорошо, хорошо. Тихо, спокойно. Так, мы с вами на 3-м месте, кстати. Нормально, нормально. Я думаю, можно догнать. У нас, в принципе, еще есть 2 круга. Так, а вот по встречке, мне кажется, лучше не ехать. Это очень опасно. И небезопасно, так сказать. Лучше все это дело объехать. Вот там, смотри, пацаны взлетают просто. Ёб твою мать. Вот это было хреново. Это было хреново. Смотрите, нас сразу вернули обратно. Уже 6-е место. Блин. Херово дело. У меня тоже есть жизни, смотрите, в правом нижнем углу. Жизни и скорость там показана. Так, ну давай, разгоняйся. Чё она так херово едет? Я думал, она как-то побыстрее будет. Но нет, чё-то как-то не особо, слушайте. Чё-то как-то не особо. Хотя мы са... Куда ты? Опять эта сучка, смотрите, лезет. Опять это... Блин, опять эта женщина мне мешает. Вот так вот, смотрите. У чуваков тоже машины разбиваются. Это чем-то похоже на Fallout. Кто играл в эту игру, ребят, ставьте большие пальцы вверх. Кто вспомнил. Там тоже неплохая разрушаемость у машин. В принципе, здесь тоже они нехило так разрушаются. И мы сами даже не проехали один круг, ребят. Мне кажется, не все доживут до конца этой гонки. Не все. Так, а вот, ребят, второй круг пошел. Вот у нас пошел второй круг. Окей. Извини, мужик. Чего здесь надел... Ух ты, блин, это было жестко, конечно. Ну, знаете, ребят, я могу сказать, это NFS, там, Underground, там, вторая часть на минималках. Форсаж вот этот вот наш. Так, ну что? Мы с чуваком просто сейчас гоняемся. Мы с ним вместе едем. О, тихо. Хорошо, это было классно. Неплохо. И, ребят, я стал первый. Блин, заносит, погода хреновая. Заносит нехило так. Нормальненько. Так. Да, на самом деле, чем-то похоже, да, ребят, на NFS Underground, вторую, первую часть, вот этот ночной город, что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Ну, игра сама по себе, насколько я знаю, не такая старая, если сравнивать Underground и вот этот форсаж. Underground, конечно, намного старее. Потому что игра вышла в тот период, вот эта вот игра вышла в период, когда вышел Форсаж 6, насколько я понимаю. Ну, или Форсаж 5. Ну, нет, скорее всего, 6-й форсаж, потому что здесь уже... О, смотрите, одна... Даже не одна, а две машины разбилась. Мы с вами хорошо держимся. Стойкая очень машина. Ну, конечно, по управлению она так себе. Не очень. Так, у меня, кстати, закись готова. Можно будет ускориться. И, кстати, пошел последний круг у нас. Главное сейчас не накосячить. Блин, а. Ну, вроде нормально, ребят. Хорошо, идем. Есть какая-то слева мини-карта, но она какая-то... Вот это было... Хорошо, хорошо. Но она на самом деле... О, поедем с колесом, почему бы и нет. Она на самом деле вообще никак мне не помогает. Абсолютно. Какая-то... Не очень эта карта, как она выглядит. Глупо. Да, я бы даже так сказал. Так, ну что, я думаю, скоро финиш. Тихо. Аккуратненько. Ну, ребят, по первым впечатлениям, форсаж, ну, такой себе. Мне кажется, просто хотели сгрести бабла, так сказать, на хайпе, да? Что там такое мигает? О, еще ва... А, нет. А, да. Ребят, полицай, еще вас не хватало, блин, под конец. Хотели просто на волне хайпа, когда вышел форсаж... ребят, финиш, готово. Хотели просто похайпить на этом, и чтобы купили игру, чтобы в нее поиграли. Я так это все вижу. Ну, кстати, я думаю, будет намного хуже, потому что есть игры по фильмам, которые просто ужасные, просто... Супер стрёмные. Здесь еще как-то более-менее, ребят, более-менее. Играть можно, в принципе. Я помню, одна была очень хорошая игра на канале, даже, я думаю, кто помнит. Потом почему-то удалили это видео. King Kong, кто смотрел фильм, вот там игра была довольно-таки хороша. Игра по фильму была неплоха, так сказать.
была очень даже годная. Так, ну что, ладненько, идем дальше, ребят. Прыжок, хорошо, что-то мы сделали, ребят, 91 метр. Хорошо, идем дальше. Продолжить. Интересно, озвучивали актеры? Ребят, кто знает? Напишите, пожалуйста, кто озвучивал персонажа? Сами актеры или просто... Так, ого! Хорошо. Нежданчик. Ладно. Выдевите преследование. Хоть и перевод опять был странный, непонятный. Так, что у нас тут? Да, можно смотреть, может... Блин, можно переключаться. Давайте погоняем за этого парнишу. Блин, копы здесь, конечно, мешают очень сильно, да. Копы здесь мешают. Вот так вот камеру поменяем. Ну, сейчас попытаемся от них уехать. Почему бы и нет? Ах, чувак, еще копы. Ёб твою мать. Тихо, тихо, тихо. Нифига себе машина у копов. Вы что, охренели, блин? А что вы гоняете? Ну, давай ускоримся. Блин, машину, слушайте, вообще... Уже пол хп почти нету. Вертолет еще полетел. Твою мать. Я думаю, когда будет мало жизни уже... Блин, я забываю. Машина очень сильно коцается. Все, пора менять. Пора менять машину, потому что там уже сильно она убита. Очень сильно убита. Поедем на этой. Она, по-моему, более-менее стойкая. Да хорош. Блин, какие приставучие. Ты посмотри на них, а. Да пошел за... О, блин, да посмотри на него, а. Копы здесь, да, неплохо так пытаются побыковать. Смотрите, просто прижимают. Да пошел в жопу. Придурки, а. Долго разгоняется, конечно, эта машинка. Но потихоньку, потихоньку пытается. Тихо, тихо, тихо. Да иди в жопу. Давай, давай. Дрифт пошел. Дрифт, ребят. Блин, я помню, когда я играл в NFS. Там была миссия, были миссии на дрифт. Блин. Сильно покоцал тачку себе. Были миссии на дрифт. Так, смотрите, они уже коцанные слишком. Можно как-то будет их вынести аккуратненько. Сложноватые были миссии на дрифт. Да пошел в жопу, ублюдок. Достал, а. Придурок. Так, ну вот эта тачка, смотрите, она поживучая, конечно, будет. Видимо, каркасы там всякие разные спасают. Спасают от того, что машина... Ну, чтобы у нас машина сильно не разбилась. Это круто. Так, у меня еще есть закись, но я пока не буду ее использовать. На всякий случай будем использовать, когда уж совсем все плохо. О, смотри, еще один придурок нас догоняет. Опа, аккуратненько. Живучие ублюдки, живучие. Вертолет сбит, а кто его сбил, интересно? Хм. Это было странно как-то. Так, ну что? А, ты здесь, прямо возле меня, придурок. Ладно. Тихо, 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 тихо. О-хо-хо-хо. Вот это было опасненько. Блин, главное машину сейчас... не доломать до конца уже. Что это такое? Какой-то таймер. А, ну давайте под конец ускоримся. Красиво. Закись азота прикольно смотрится. Так, знаете, эпично довольно-таки. Так, хорошо. Четвертый уровень. Можно как-то машину улучшить? Надо будет посмотреть. Сбегать аварии, нейтрализовать 5 полицейских машин. Ну, 5 это сложновато на самом деле. Ага, меню профиля. Какие-то машины у нас там новые открываются. Окей. Давайте продолжим. Там, наверное, просто для, так, знаете, чтобы погонять в городе, можно машины прокачивать. Не знаю даже. Да,
Так, опять начинается. Веселуха у нас. У нас есть 2 минуты, чтобы забраться внутрь. Поймайте вашего напарника. Переключиться я не могу. Так, а где он есть, я тоже не понимаю. Но время у нас есть, смотрите. Времени не так много, но времечко у нас имеется еще. Сейчас попробуем. Эта машина, кстати, мне кажется, даже будет побыстрее. Она управляется довольно-таки бодренько. Для угона требуется длинная ровная дорога. Хорошо. Хорошо. Догоните грузовик, пока не достиг прямого участка на дороге. Угу. Блин, знали бы еще, где он. А, вон он, вижу. Хорошо. Сейчас попробуем. Держитесь ближе к напарнику. Так, и что? Что мне делать-то? Я понять не могу. Так. Ага. Давай. Тихо. Блин. Косяк. Ладно. Давайте еще раз. Как машина едет сама по себе? Так, давайте еще раз пробовать. Как-то это странно все работает. Что нужно сделать? Нажимать на Space? Да, ребят. Чтобы удержать равновесие. Какого хрен? Ладно, будем пробовать, ребят. Будем пробовать. Это необычно. Прыжок. Хорош. Держись. Держись, давай. Вот так вот. Хорошо. Пассажирская дверь. Так, ну, я здесь. Так я же на месте. Что не так? Не успел? Я сел! Я успел! Блин. Ладно, давай еще раз. Небольшой косяк. Сейчас попробуем еще раз, ребят. Ну, блин, непросто. Надо еще успеть за это время. Почему он... Я вроде подошел к пассажирскому сиденью, но почему-то Пол Уокер у нас затупил. Ладно, сейчас догоним. Сейчас, ребят, все сделаем. Не без косяков, не без косяков. Я не буду это вырезать. Будем пробовать. Будем пытаться. Даже можно ускориться, чтобы время не тратить на все это дерьмо. Так, давай сюда. Слушайте, игра... Я думал, будет намного хуже. Игра выглядит неплохо. Нормально, в принципе. Бывает и нам... Бывает намного хуже, ребят. Бывает намного хуже. Такс. Давай. Вон, я вижу грузовик. Остается минута 20. Все, давай, я на месте. Какого хрена ты меня таранишь, придурок? Блин. Все, погнали. Блин, время-то идет. Стой, чувак. Тормози. Какого хрена он так гонит, если мы работаем вместе? Придурок, а? Давай. Вылазь. Время еще есть, ребят, я думаю, успеем. Давай. Прыжок. Хорош. Тихо, опасно. Давай. Блин, времени мало осталось. Шевели батонами. Как его там, у Брайан, по-моему, звали? А, в кинчике, да? Все, ребят, получилось. Е. А тачка... Кто ведет тачка, я понять не могу. Тачка сама по себе едет куда-то на своей волне. Нормально. Окей.
Почему бы и нет? Готово. Завершите миссию, играя только Брайаном. Да, можно было поменять персонажа, который был в фургоне. Блин, я забыл, как его зовут, ребят. Прошу прощения. Хорошо. Продолжить. Смотрим дальше. Еще один грузовик. Тройной грузовик. Что? Такие бывают разве? С тремя фургонами? Гоняем, пока он не покинул шоссе. Ух ты. Стрельба. А кто за рулем? А, правая кнопка мыши увеличивает прицеливание. Мадам. Хорошо. Перезарядочка. Блин, неплохо. Неплохо. Чё, кто еще? А, можно порулить. Нет, давайте лучше постреляем. Все-таки. Пострелять иногда охота. Небольшого экшена устроим. Готово. Перезарядочка. Патроны, так понял, у нас бесконечные. Пусть он там рулит себя, я лучше постреляю. Здорово, пацаны. Здорово, как дела? Ну, машины, конечно, просто разваливаются. Блин, смотрите, меня тоже стреляют. У меня тоже, блин, жизни не так много. Так, придурки. Тут что, слоумо работает? Нифига себе. Нейтрализован. Хорош. Но жизни еще есть. Здорово, придурки. Слоумо. Красиво. Следующий. Кстати, обычные машины тоже взрываются. Причем нехило так. Здравствуйте. Красавица, блин. Как ваше ничего. Видимо, не очень. Так, вот и грузовик. Давай. Так, опять начинается веселуха. Тихо. Стоим, держимся. И прыжок. Фига, блин, ты. Держись давай. Держись, парень. Так, наверх. Куда ты? Куда ты перепрыгиваешь постоянно, придурок? Блин. Косяк, да? Ага. Взрывай давай. Блин, а как его цеплять? Что-то я не понял. Давайте пробуем еще раз. Как его отцепить? Вверх, он мне говорит. Давай. Вернуться? А что за клавиши вернуться? Я понять не могу. Хм. Наверное, придется посмотреть в настройках. Не, ребят, непонятно. Я пока не понимаю, что за клавиши вернуться. Нажимаю на все кнопки, на все стрелочки и нифига. Так, давайте посмотрим в опции. Тормоз, поворот камеры. Приблизить, сменить оружие, перезарядка. Второстепенное действие. Вернуться. В смысле вернуться? Что за клавиши вернуться? Да, мне кажется, с переводом небольшой косячок. Давайте поставим какую-нибудь тогда сами клавишу. Почему бы и нет? Вернуться, вернуться. Ну, давайте на H, может, поставим. Сделаем так. Потому что кнопка вернуться. Что за кнопка? Я вообще не понимаю. Так. Отсоединяй давай.
Придурок, а. Ребят, нажимаю на H, видите, да? Но он почему-то и не отцепляет. Почему? С чем это связано, я не понимаю. Отцепляй, придурок. А, во. Блин. Надо было еще стрелку назад нажать. Капец, конечно. Давай быстрее. Быстрее. Так. Ага. Готово. Так, ну последний остался фургон. Вообще такие, ребят, фургоны существуют? Нет, тройные. Я вообще первый раз вижу. Офигеть. Так. Сесть в кабину. Давай. Садись. Во, надо было его вытащить, этого придурка. Хорошо. Хорошо. Неплохо. Я тебя прикрою, йоу, братишка, покатили. Прошел. Да, конечно, с переводом здесь проблемочки, ребят. С переводом проблемы имеются у нас тут. Есть такое дело. Так, и что теперь? Кстати, давайте-ка выйдем, наверное, в настройки. Да. И посмотрим, нам там давали всякие достижения, посмотрим, что это вообще такое. Довольно-таки интересно. Так, Лос-Анджелес. Москва. Ага, порт. Так, подожди, а что у нас? Испытание, профиль, опции, бонус. Профиль. Что за испытание? Давайте посмотрим. А, здесь нужно все... короче, проверяешь, да, себя. Буэнос-Айрес, выживание, самоуничтожение, Рио, проверка скорости в Рио. Хм. Давайте проверим, просто посмотрим, ребят, проверка скорости в Рио. У нас тут есть машины. Ну-ка. Во, смотри, можно изменять немножко это дело. Можно изменить цвет. Белый, черный. Хм, прикольно. Давайте возьмем красный. Диски. Ну, хотя бы, ребят, заценим, как все это дело смотрится. Ну, так, опять, знаете, NFS на минималках. NFS Underground на минималках. Можно улучшать... всякие фишки. Но здесь, мне кажется, чисто по кузову, да по колесам можно будет поменять цвет. Но хоть что-то, и то хорошо. Давайте белые возьмем. И декали. Что за декали? А, угу. Понятно. Тут у нас всякие полосы, да? Интересные. Так, ну раз мы взяли белый цвет, я думаю, можно и белый оставить. Почему бы и нет? Так, ну здесь мало на самом деле всего. Давайте вот сверху. Мне кажется, сверху поинтереснее будет. Так, назад и... Так. Ага, я, получается, выбрал машину. Давайте посмотрим. Вот, смотрите, какая стала красавица у нас. А теперь, по-моему, у нас... Да, ребят. Вин Дроссель, собственной персоной, за рулем. Так, что мне нужно сделать? Блин. Нужно брать максимальную скорость, я так понимаю. Ага, нас что тут снимают, камеры. Пошел в жопу. Тупо, ребят, гоняем на расслабоне. Блин. Блин, очень... Какая скорость у нас тут? 88 км в час? Да не может быть. Как-то маловато. Бронзовая цель 362. Нифига себе, а чё так много? Давай попробуем еще раз. Блин, поток очень большой, на самом деле. Поэтому мне это мешает. Попробуем еще раз. Давай.
211. Нормально. Блин. Вот это был косячок. Да, машин здесь очень много, ребят. И поток просто лютый. Ну это все уже, ребят. Это все, это косяк. Тут бы, конечно, разогнаться, но... Поздно пить боржоми. Тормози, мужик. Окей, ладно. Доступен к новым испытаниям через меню испытаний. Дрифт, битва, ага. Так, ладно. Выходим отсюда. Давайте посмотрим, что еще есть. Какое-нибудь еще испытание. Сейчас глянем. Так, проверка скорости была. Самоуничтожение в Рио. Вот это интересно, давайте посмотрим. Выбираем эту же машину, потому что других у нас тачек нету. Посмотрите, там опять поток, там просто уже авария. Я не успел начать гонку, и уже авария. Чем серьезнее авария, тем больше очков. А, понял, хорошо. Поэтому здесь столько машин, да? Давай, вот так вот. Надо, конечно, на скорости врезаться. Прям, чтобы нормально было так. О, смотри, едет. Хорошо. Хороший удар, согласен. Вот сюда, вот так вот. Огромный урон. Необычная миссия. Тупо самоуничтожиться. Видимо, Вину Дросселю все это надоело, и он решил, да ну его нахрен. Какой форсаж, какой новый 9-й форсаж. Вот так вот. Типа, мне это нахрен не надо. Я лучше поеду и самоуничтожусь. Сколько можно, блин. На самом деле, форсаж стал уже каким-то боевиком. Если раньше... Все, готово. Если раньше это были гонки, ну, где-то первые три части, то потом уже, конечно, пошел лютый капец, конечно. Давайте попробуем еще раз. Потом уже пошел лютый капец, и гонок уже очень мало осталось. Я думаю, все это понимают, да, сейчас очень много... очень много уже... боевик уже, ребят, стал форсаж, стал боевиком. Так, дайте мне какой-нибудь автобус. Вот-вот-вот, вижу цель. О, хорошо. Сработали воздушные подушки? Хреново дело, лучше бы они не срабатывали. Там опять кто-то врезался. Тут, конечно, да, на шоссе гоняют, прям мама не горюй. Ну, здесь в такой миссии, конечно, лучше на встречку выезжать, чтобы прям нормально так разбиться. Вот сейчас, вот-вот-вот. Хорошо. Ну, что-то как-то нет, не очень хорошо. Так. Давай. Кто-то еще поедет, нет? По-моему, нет, это все. Ну, давай тогда вот сюда. Тупо в стену. Бонус потерян. Хреново, чё. У меня осталось там буквально, ребят, жизней шушуть. Совсем немножко. Сейчас поедем обратно. И почему-то все машины стоят. Чё за фигня? А вон идет, смотри, одна. Хорошо, хорошо. Ну, кстати, детализация вот нашей машины, да, выглядит вполне неплохо. Для такой игры очень даже хорошо. Я думал, будет похуже, но нет, в принципе, нормально. Очень даже. Так, выходим отсюда. И сейчас посмотрим еще. Еще на одну. Вот тут, ребят, посмотрим еще на одну миссию. Буэнос-Айрес выживание. Что у нас здесь? Ага. Пострелушки. Пострелушки, пострелушки. Так. О, серьезные пацаны. Блин, нифига себе. Ты можешь вести нормально, чувак? Готов. Нейтрализован. Следующий. Он тупо один за рулем. У него там никого нету. Никто в нас не стреляет. Так, ждем еще пацанов. Ты можешь аккуратнее водить, придурок? Какого хрена ты делаешь? Так, ну скорость очень высокая, поэтому лучше, конечно, слоумо использовать. Потому что скорость реально высокая.
так проще. Ага, вижу, вижу, вижу. Уже едет, придурок. Да аккуратнее, ты можешь вести свою машину сраную. Да, даже так, смотрите, колеса работают. Ну, в смысле, шины тоже уничтожаются. Покрышки, шины, блин. Окей. Так, давай, 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 давай. Сломо, сразу две машины выкатилось. Вот, хорошо. А где сломо? Закончилось, что ли? Что-то, ребята, я не могу сломо использовать. Так, по-моему, нас ликвидировали. Нас с вами ликвидировали. Окей. Давайте попробуем... Кстати, у нас почти 6 уровень. Давайте попробуем сейчас в роли водилы. Пусть О'Брайен у нас стреляет. Поехали. Попробуем погонять. Кстати, он даже получше стреляет. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Смотрите на детализацию, ребят, нашей машины. Вполне, вполне неплохо для такой игры. Потому что бывает намного хуже в таких проектах. Блин, эти странные повороты. Немножко подрифтуем. Нормально. Стреляй давай. Красавец. Красавчик. Так, пацаны, с дороги. С дороги. Ликвидирован. Красиво. Здесь у нас как такого таймера нету, ребят. До уничтожения нашей машины, я так понял. Да, слева наверху есть таймер, но это таймер... Спереди там еще чувак. Спереди, смотри. Что это? А, это... О, новое оружие. Сейчас постреляем, ребят. Давайте-ка постреляем. Новое оружие. Он вообще придурок этот, ребят. Он водить вообще не умеет. Этот странный лошара вообще не умеет водить. Что он вообще делает? Так, оружие, слушайте, классное. Да, оружие неплохое. Уже автоматика такой полноценный. Красиво. Так. Теперь я поведу. Из себя водила, конечно. Такой себе. Немножко ускоримся. Таксишки разные гоняют. Во-во-во, хорош, хорош. Красиво, молодец. О'Брайен. Жалко, конечно, да, Пола Уокера. Всю жизнь снимался в таких фильмах про гонки и... Соответственно, умер тоже на дороге. Стремное, конечно, дерьмо. Ну, видимо, судьба. Судьба такая у него. Так, давай, давай, гони. Мне кажется, тут можно, блин, просто вечно гонять. Хотя, нет, вечно здесь не получится. Хотя, смотрите, жизни вроде потихонечку восстанавливаются. Смотри, тут пляж у нас с правой стороны. Красиво. Так, вон там у нас еще одна машинка. Тихо, 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 тихо. Надо в нее врезаться, будет, наверное, новое оружие. Или нет? Блин, да. Должно быть новое оружие, я так понимаю. Тихо. Живем. Красавец. Ну, смотрите, жизнь у нас восполняется. В принципе, мне кажется, эта миссия может затянуться надолго. Я думаю, можно в этой миссии даже до Москвы доехать. Тихо, тихо, тихо. Аккуратно. Да, там много придурков у нас. Стреляй давай. По-моему, этот раз у нас уже повторяется. Мы с вами пошли по новому кругу. Ну, сейчас тогда я переключусь на О'Брайена, и там уже мы с вами закончим, потому что этот придурок за рулем вообще гонять не умеет. Абсолютно.
Стой! Машинка, стой. Блин. Все, сейчас догоним. Может быть, будет какое-нибудь новое оружие? Какое-нибудь РПГ? Было бы неплохо. Так, давай, догоняй. Дерьмо. Ладно, постреляем сейчас уже. Очень много времени на это у нас уходит. Так. Блин, ну смотрите, он вообще гонять не умеет. Ужас какой-то. Придурочный, а. Что-то врагов как-то немного, слушайте. Но автоматик хорош. Неплохо так настреливает. Куда ты едешь, а? А, вот, пацаны догнали нас, смотри. Ну, не, они вообще разваливаются. Прям. Разлетаются, взрываются очень-очень быстро. Да, мы с вами, по-моему, пошли еще на один круг. Так, эту машину можно уничтожить, нет? Которая там с грузом идет. Да, можно. Есть такое дело. Готов. Так, ну, ребят, давайте, наверное, будем заканчивать, потому что это может очень долго продолжаться. Да, выходим отсюда. Бесконечно можно так гонять. Ландшафт у нас не меняется. Не очень это интересно. Ладно, погнали. Быстрый, яростный. Это завершено у нас. Бронированный транспорт Лос-Анджелеса. Да, конечно, трудности с переводом здесь были. Ух ты. Блин, смотрите, можно выбрать. Но у них характеристики одни. Брайан. Тедж, водитель. Джаггернаут. Вот это, конечно, поинтереснее смотрится, американец. Но я возьму у Брайана, потому что... Подожди. У Брайана это вот этот молодой человек, что ли? Я все перепутал. По-моему, нет. По-моему, здесь просто перепутали с переводом. Блин, ну, короче, я возьму Пола Уокера. Пол Уокер нормальная тема. Ну, смотрите, два грузовика у нас. Так, и что нам нужно сделать? Тут даже здесь есть закись. Перевезите груз. Мы же их, получается, можем менять в любом случае. Да, тут машины, конечно, разлетаются. Это вам кухры-мухры. Пошел в жопу, придурок. Вот так вот камеру немножко повыше сделаем. Откуда вообще... В грузовом таком, так в таком автомобиле вообще закись азота. Что за фигня? Так, ну чё, вы чё там будете не стрелять в меня, придурки? Тихо. Мне, видимо, нужно просто не угробить нашу машину, просто ехать. Я просто ехал прямо. Вот и все. Хорошо. Блин, чё, нифига его, смотрите. Офигеть, просто в мясо. Неплохо так было, неплохо. Куда ты лезешь? Блин, стреляют. Слушайте, неприятно, стреляют. Ускоримся немножечко. Как ни странно, грузовик управляется довольно-таки, ребят, легко. С управлением у него все в порядке. Куда ты лезешь, придурок? Опять. Зачем он затормозил? Я не знаю. Я все слышал, просто продолжай ехать и защищай свой груз. Хорошо, приехал. Понял, принял. Поехали. No way, man.
закрывай нас. Я не могу стрелять. Я не могу стрелять, чувак. Я бы с радостью. Так, здесь... Нет, здесь нельзя поменять героя, персонажа. Ну, тупо едем, ребят. Кстати, у меня половина уже здоровья. Надо как-то поаккуратнее с этим. Хоп-хоп-хоп, маневрируем. Так, до свидания. Блин, не доглядел. Аккуратно. О, смотрите, сзади едут уже. Настреливают они. Такс. Тихо-тихо-тихо-тихо. Можно их? Да, хорошо. Так, и вон там еще один. Еще одни едут. Здорово, пацаны. Хорош. Минусанул. Замечательно. Кстати, жизни грузовика потихонечку пополняются. Это приятно. Мне кажется, здесь не пройти, просто каким раком, нубом нужно быть, чтобы это дело не пройти. Вот, еще одна минус машинка. Если здесь все восстанавливается. Все, ребят. Просто легчайшая, легчайшая миссия. Идем дальше. Фу. Продолжить. O'Connor and Toretto built a team for Rio. How do we know Shaw's crew isn't just another one of theirs? Different profiles. Shaw's a mercenary. Toretto's crew lives by a code. They're like a family. I don't buy that. You will. Read up on Mexico. After the Dominican job, two of his boys went to hell and back for him. And they did it for free. Мексика. Давай смотреть, что у нас в Мексике. О, смотри, поменялся ландшафт. Прикольно смотрится. Мне нравится. Так, опять гонки. Ну давай. Я не против. О, смотрите. Знакомые лица, да? Знакомые лица у нас тут. И этого тоже мы знаем, пацана. С пятой части я помню его. Кстати, говорят, что Хан появится в девятой части. Я не знаю, как он выжил, но у девятой в новом Форсаже, кстати, он уходит довольно-таки скоро. В этом году обещают нам. Там будет у нас Хан. Как он выжил, я не понимаю. Я не знаю. Но тачка у него, конечно, шикарная. В фильме была просто зачетная, и в игре тоже у него шикарная. Так, у нас всего два круга, ребят, надо как-то... Слушайте, хорошая управляемость и все такое. Давайте немножко полетаем. Во-о-о. Хорошо. Ёб твою мать, нихера себе! Это было больно. Ребят, но было красиво, да? Было красиво. Мы с вами, конечно, на седьмое место переместились. Немножко ускоримся, давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Отвали от меня. Чувак, нет! Блин. Ладно. Ничего страшного, у нас еще, в принципе, наверное, где-то полтора круга осталось. Потихоньку, думаю, доберемся. Да пошел в жопу, а? Какого хрена тебе надо? Там была бочка, по-моему, она могла взорваться. Прости, Хан. За шо? За шо ты извиняешься? Блин, там грузовик был. Тихо. Да, бочка взорвалась, смотрите. Бочка бабахнула. Тихо-тихо-тихо. Блин, у меня тачка уже побита довольно-таки сильно. Так, мы с вами на третьем месте. А где остальные, я понять не могу. Неужели они так далеко уехали? Чуть-чуть полетаем. Третье место. Что за фигня? Где они? Я надеюсь, мы их догоним все-таки. А, вон они. Вижу. Потихоньку догоняем. Нифига себе не оторвались. Ты посмотри на них. Немножко ускоримся. Еще круг, ребят. Еще один круг остался. Блин, ну их надо догонять. Тут пацаны тоже не отстают сзади. Тут пацаны тупо не отстают от нас. Так. Хорошо, мы с вами близко уже. Блин, ну нафиг эти прыжки. Лучше так доберемся. Потихоньку, помаленьку.
Мне главное как-то обогнать. О! Ладно, пока держимся. Напряжное дерьмо, конечно. Напряжное. Тихо. Что-то взрывается все. Тихо, тихо. Слишком большой занос был. Хорошо. Хорошо. Идем нормально. Если что, есть еще ускорение. Ускоримся. Если будет совсем все плохо. Да, дорога здесь, конечно, херовая. И довольно-таки узенькая дорожка у нас тут. Но ехать можно. Потихонечку, помаленечку добраться можно. Ребят, мы с вами первые. Мы с вами первые. Главное сейчас добраться без происшествий. Все будет как надо. Я вижу, ребят, вижу уже финал. Вижу уже конечную, финишную, так сказать. И давай ускоримся для красоты под конец. О, да. Вот эта миссия была хорошая. Мне понравилось, ребят. Думаю, вам тоже. Неплохо получилось. Так, идем дальше. Опять стрелять. Опять по стрелушке. Окей, почему бы и нет. Я так понял, здесь вообще взяли, ребят, пятую и шестую часть. Скорее всего. Как-то все это смешали. Так, там где-то впереди еще был. Ну, блин, конечно, с пулемета приятно стрелять. Очень приятно. Еще и бесконечные патроны. До свидания. Да кого, блин, а? Мне так машину угробят. Хотя машину, такой хаммер угробить, мне кажется, будет сложно. Военную тачку. Езжай давай. Здорово, пацаны. Готов. Так, ты где? Ага, вижу. Куда ты со своей пуколкой лезешь? Пулемет это шикарное дело. А вы со своим говном. Куда вы лезете? Так. Легкий выстрел. Согласен. Ага, давай. Так, эти пацаны мне еще мешают. Здесь, ладно, пусть они там тусуются. Сейчас мы с вами конвой размотаем. Готово. Еще два осталось. Хорошо. Так, ну что? Ладно, пока конвоя нету. Мадам, вы чего стреляете? Успокойтесь. Кстати, можно им просто колеса пробить и все. Можно жить спокойно. Ну что? Ага. По колесам. До свидания. Ага, еще конвой. Вижу. Уже побольше, конечно, конвой здесь. Чё? Меня размотали? Серьезно? Блин, капец. Что за херня? Так, а если поменять управление? Давайте немножко погоняем, пусть нас там хан постреляет. Ха. Да, впереди, конечно, машина убитая. Просто в хламину. Мне кажется, хан даже получше стреляет, чем я. Чуть-чуть ускоримся. Чтобы все это дело быстрее прошло. Давай, хорош, хорош. Хан красава. Малорик вообще. Так, вижу еще один конвой.
Давай, настреливай. Быстро не будем ехать. Да блин, меня стреляют здесь. Стреляй давай, придурок. Уничтожить же. Так, мы вроде восстановились. Нормально. Еще одна машина осталась. Давай. Готово. Фух. Было опасно, слушайте. Жизни мало оставалось. Довольно-таки жестко. Кстати, наверху вон есть зеркало заднего вида. Довольно-таки удобно. Красиво. Где-то еще один конвой остался. Где-то еще есть. Последний, я так понял, да? Позади нас. О, смотри, самый большой конвой. Давай, давай, не будем спешить. Аккуратненько едем, не спеша. Чтобы Хан там потихоньку со всеми разобрался. Хорошо. Во-во, полегче. Ну, давай. Да, ребят, также пишите в комментариях, хотели вы видеть в дальнейшем игры по фильмам. Рубрика у нас сами была такая на канале до этого. Ну и сейчас, если вам понравится, то пишите об этом в комментариях. Так, готово. 8 уровень. Прекрасно. Идем дальше. Мы уже сами пересели. Грузовички пошли уже. Ладно, давай постреляем. А, поймать грузовик. Что с камерой? Ох, хрена. Готово. Блин, шикарная тачка, да? Офигенная просто. Готово. Чуть как-то быстро они разлетелись. Вроде обычное УЗИ в руках. Но все равно. Как они еще меня догоняют на такой скорости, я понять не могу. Там же у них какое-то говно лютое. Догнали все-таки. Перезарядка. Да, что с камерой происходит? Готово. Так, давайте немножко погоняем сами. Вот стреляешь, Хан. Что с тобой не так? Такой тачкой гонять только удовольствие, конечно. Нормально все. Едем, едем. Потихонечку. Ну как потихонечку? Не потихонечку, нормально мы так валиваем. Блин, главное машину не разбить. Так, а вон, ага, вижу, вижу, вижу. Стреляй давай. Давай, давай, Хан. Ты будешь сегодня стрелять, нет? Сзади еще подъехали. Так, ну давай, догоняй. Мы погнали за машиной. Да, будем догонять. Тихо, 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 тихо. Все, нормально. Так. Блин! Косяк, ладно, пробуем еще раз. Пробуем еще раз, поближе подъедем. Ну, Хан за рулем, Хан мастер. Мастер езды, поэтому я ему доверяю. Давай поближе. Держись! Держись, друган! Так, давай, давай, давай. Надо перелезть.
Ну? Что опять с тобой не так? Блин, какого хрена? Ребят, с ними опять что-то не так. Опять какая-то херня происходит. Во, вот сейчас нормально. Погнали. Да отвали, чувак. Еще стреляю там в упор. Это бесполезно. Готово? Ты чокнутый азиат. Вышки. Окей. Ладно, погнали. Что это было? Гарпун? Ни хрена себе. Слушай, прикольно. Можно пострелять с гарпуна? Блин, жесть. Тук-тук, мальчик. Ну, гарпун их просто переворачивает. Окей, ничего такого, я лучше погоняю на машине. Ну, как погоняю, она очень медленная. Просто поезжу. Тихо. Спокуха, братуха. Аккуратненько. Хорошо, мост прямо на них рушится. Ну это не мост, это что это такое? Ну, можно сказать мост, да. Строительный мост, скорее всего. Тихо. Аккуратно. Давай-ка ускоримся под конец. На выезде с тоннеля. Хорош. Блин, а где эти вышки? Где-то там, видимо, да? Где-то здесь я видел. Какое неуправляемое дерьмо, а? Капец. Так, ты будешь стрелять, нет? А, он их хочет просто вынести, да? Не попал? Ты серьезно? Стреляй давай, Хан, не тупи. Придурочная. Попади ты уже. Попал? По-моему, да. Готово. Так, вон там еще вышки есть у нас. А их получается 7 штук всего. Так, нет, Хан, иди-ка ты в попу. Ты не умеешь стрелять. В общем, как и я. Так, есть. Где еще? Пусть он сам ищет эти сраные вышки. Я лучше буду их цеплять. Слоумо. Вижу. Тихо. Не спеши. Не спеши, братишка. Все, погнали. Давай. Блин, машину ломают. Потихонечку, но все-таки ломают. Смотрите, стреляют. Тут еще стоит придурок. Все, погнали. Ехай давай. Надо с ними разобраться, иначе будет жопа. Хорош. Так, и еще. Осталось две вышки, ребят. Ага, я их вижу, хорошо. Так. Блин, сейчас сломают же. Давай, ну. Поближе подъедь, придурочный. Вот придурок, а. Он просто не может поближе к нему подъехать. Что за дерьмо? Давай, езжай. Попробуем по новой тогда. Куда деваться? Стой! Езжай давай.
А, все понятно. Отличный водила у нас, конечно. Просто шикарный. Готово. Езжай давай. Придурки, а. Пошел в жопу. Ты куда поехал? Идиот. Все. Едем, 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 давай. Пока их тут нету. Есть, готово. Так, блин, у меня жизнь еще есть. Еще 4 вышки осталось. Не попал. Ладно. Есть. Так, уже сзади придурки едут. Сзади уже чувачки нас догоняют. 3 вышки осталось, ребят. Совсем чуть-чуть. Главное попасть вовремя. Попал? Вроде да. Да, есть такое дело. Так, чувачки, вы что пристали ко мне? Ну-ка, отвалите. Есть. Блин. Ладно, мой косяк. Согласен. Застой ты уже, а. Чё ты дергаешься? Есть. Ну хотя бы одна машина осталась. Едь давай, езжай. А чё, уже приехали? А где вышка-то? О, этот водила, конечно, да, шикарный. Ему только в гонках участвовать. Достали уже, пацаны. Сколько можно. Так, последняя осталась. Все, тормози. Все. Последняя. Готово. Замечательно. У нас с вами уже 9 уровень, кстати говоря. Смотрим далее. Опять стрелять. Доберитесь до финиша. Не, я лучше поеду за рулем. Я лучше поеду. Хан пусть там настреливает. Я лучше по рулю. Хан, ты будешь стрелять? Или тебе вообще насрать? Немножко ускоримся. Дам газку, так сказать. И едем дальше. Разберись с ними. Какого хрена? Они в нас шумаляют. Стреляй давай, придурок! Почему он не стреляет? Что с ним не так? Хан, ты дебил? Хан, ты дебил, я понял. Он тупо на них смотрит. Тупо смотрит и все. Больше ничего не делает. Так, до свидания. Блин, опасно было. Да, немножко, конечно, Хан затупил. Здорово, пацаны. О-о-о, это было красиво. Так, здесь уже, по-моему, пошло какое-то бездорожье. Ух ты! Здравствуйте, мадам. Красиво. Красиво. Раскидали их. Так, еще остались. Бочки? Ну, блин, бочки маленькие, в них попасть довольно-таки сложновато. Легкий выстрел. Готов. Что там, далеко еще ехать, нет? Тихо. По колесам.
А, колеса бронебойные. Ладно. Почему-то они отстали. Видимо, испугались. Пулемета? Давай, гони. Гони уже. Ага, все-таки догнали, да? Бронированный, блин. Давай, 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 давай. Чё там? Ну-ка, с дороги. А, грузовичок. Чё там происходит? Что он сказал? Какую-то реакцию выдал. Так-то. За дома. Может, за дом? Ладно. Неважно. Идем дальше. Фу. A good crew can't have a family code. It's a liability. That theory doesn't apply to them. Every time they go to bat for each other, they get better. Buenos Aires. Так, очередная гонка. Everybody wants this pink slip. Our arms dealer's a car collector. He wants two cars hand delivered. Ah, so we're gonna ID him after the second car. Давайте, ребята, тогда последнюю гонку сейчас проведем и будем уже заканчивать на этом. Блин, не могу поменять на другую тачку. Ладно. Итак, доедем. Три круга. И вот последняя гонка, и на этом мы с вами закончим. Если вам это интересно, пишите об этом в комментариях. Мы с вами можем продолжить. Смотрите, да тут даже парашютисты летают. Нормально так они себя чувствуют. Прикольно. Тихо. Блин, нифига. Тачка на самом деле быстрая. Можно разбить ее легко. Этот поворот, конечно, капец. Опасный, опасный. А, ну есть круги, смотрите, небольшие. Круги здесь небольшие, в принципе. Ну, блин, в конце такой поворот неприятный. Можно, конечно, ошибиться. И проиграть всю гонку. Это как, знаете, когда едешь первый долгое время, а потом в конце какой-нибудь косяк, и тебя все обгоняют. Вот это было самое обидное. Блин, придурок, а? Куда ты едешь? Вот это было самое обидное, самое такое неприятное, конечно. Я помню, когда в те далекие времена проходил NFS Underground, первую и вторую часть, много времени, ребята, ушло за этой игрой. Такая тема была. Ты долгое время едешь там, все нормально. Едешь первый, и в конце куда-нибудь врезаешься уже под конец, и все, ребят. Ты просто проигрываешь нахрен всю эту гонку. Хотя ты ехал там очень долго, минут 15-20 даже приходилось. Порой такие уже были гонки под конец. Очень отчетливо я помню трассу аэропорт, ребят. Если вы знаете, в Underground была такая карта аэропорт. Вот там, я прям сейчас, как будто было вчера, я помню сейчас. Да, ух, нифига там чувак разбился. Просто под конец было такое дело, ребят. Я прям как будто было вчера, вот помню все это. Под конец я уже ехал первый. Под конец я врезался просто в какой-то косяк, и все, я просто все похерил. От этого самое обидное, конечно. Это было самое-самое такое обидное. Так, последний поворот, ребят, у нас тут. Так, ну сзади вроде никого нету. Есть, добрались. Замечательно. Фу. Что, ребят, прошли мы это дело. Получили 11 уровень. Там у нас различные улучшения доступны. Так, ну и, наверное, ребят, давайте закончим на этом. Вот такая у нас игра «Форсаж. Схватка» по шестому фильму «Форсажа». Пишите ваши, оставляйте ваши комментарии, как вам вообще игра, понравилась она, не понравилась. Как по мне, продукт довольно-таки
не сказать, чтобы достойны, но, в принципе, на раз можно сыграть, почему бы и нет. Бывают игры намного хуже. Я говорю сейчас про игры по фильмам. Поэтому, да, ребят, как-то вот так. Все, ребятушки, если вам это интересно, пишите в комментариях, нужно ли дальше проходить игры по фильмам. А я с вами буду прощаться. Меня зовут Игорь. Мы с вами услышимся в следующий раз. Всем удачи, ребятушки. Всем пока. Счастливо.